Всем привет, с вами Кэти Лакс, и сегодня мы рисуем красивое сердечко с крыльями. Итак, я делаю набросок карандашом, сердечко обязательно должно быть округлой формы, и кончик сердечка должен быть тоже скругленным. Следующим этапом мы рисуем крылья. Перья на крыльях должны быть пухлые, округлые, так они будут в одном стиле с сердечком. Рисуем второе крыло. Стараемся, чтобы они были примерно симметричны. Обводим линером нашу зарисовку. Стираем простой карандаш и приступаем к раскрашиванию.